Привет, родные! Смотрите, смотрите, какие машины сегодня на Пасху у Вознесенского собора. О чем это говорит? Внимательно смотрите. О чем это говорит? Это говорит о том, что пробуждение в Сибири пойдет через православие. Сегодня Новосибирск, не стесняясь, на крутых тачках с флагами Иисуса Христа выехали показать, что Пасха это не просто яйца и куличи, а это Иисус, распятый за нас всех. И ребята, протестанты, вы же знаете, как я к вам отношусь, я знаю, какие вы воины. Что же вы не выйдете и не покажете себя людям? Вы же у нас воины Христовы. Как хочется увидеть всю силу Божью, которая у вас есть, и чтобы вы вышли на самом деле и показали себя во всей силе Бога. Аминь. Ну вот, вот так православные сегодня показали Пасху. Аминь. Славнейшую без сравнения сердце.